Пару лет назад, когда микрорайон Южное Видное только застраивался, конечная автобусная остановка располагалась возле дома номер 24 по улице Завидная. Но с увеличением количества транспорта и людей скопление автобусов и маршруток начало мешать беспрепятственному потоку автотранспорта и создавать заторы. Да и комфорта все это пассажирам не доставляло. Тогда администрации Ленинского района было принято решение перенести отстойник общественного транспорта к улице Ермолинская. Тут же возле третьего дома организовали остановку. Данная схема заработала с 20 февраля 2017 года. На тот момент строительство конечного пункта, который мы сейчас видим, не представлялось возможным по техническим соображениям. Было принято организовать временный остановочный пункт в районе дома 3. По улице Ермолинская. Все понимали, что конечной остановки у третьего дома не место. Это была вынужденная мера, чтобы разгрузить улицу Завидная. Из общественного транспорта пассажиры выходили прямо на проезжую часть. Передвижению мешали припаркованные автомобили, которые, несмотря на знак «Стоянка запрещена», появлялись здесь снова и снова. Построить стационарный остановочный павильон раньше не представлялось возможным из-за морозов. Зимой класть асфальт нельзя, но как только потеплело, начались работы по переносу остановки. Здесь, как я понимаю, должна была быть парковка. И автобусы заезжали и бывало останавливались прямо на проезжей части. Вот. А там специальный кармашек сделали, и для этого, кажется, удобнее будет. Сейчас строительство конечной остановки подходит к концу. Здесь уже положили тротуарную плитку, поставили крытый остановочный павильон с лавкой. Совсем скоро нанесут разметку, повесят соответствующие знаки и информационные стенды. Можно от дождя спрятаться, можно, соответственно, ну, теперь в огороженной территории еще разметку же наверняка сделают, да, будет удобнее для дорожного движения. Все хорошо, здорово. Но где бы ни находился остановочный павильон, ни у прежнего, ни у нынешнего нет пешеходного перехода. И движение людей к деревне Ермолино очень проблематично. А так как поток транспорта в последнее время здесь увеличился, перейти дорогу почти невозможно. Но и, конечно же, небезопасно. Новая остановка пока не введена в эксплуатацию, поэтому перевозчики все еще останавливаются у прежней. Но в ближайшее время все работы завершатся, и посадка и высадка пассажиров будет осуществляться исключительно у дома номер 7. А у Ермолинской 3 создадут парковочные карманы. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.